Всем привет! Я сегодня хочу с вами поделиться как раз перед зимним сезоном. Я знаю, что все покупают обувь своим малышам. Вот я Тимуру уже купила обувь. Давай откроем. Обыскала я очень много и интернет-магазинов, и таких магазинов, и нашла самые классные цены в магазине «Территории минимальных цен». Я думаю, многие знают этот интернет-магазин, а просто магазин. Там действительно очень классные цены. Я и в прошлом году там брала обувь «Демар» и «Совенок». И на «Демар» я снимала отдельный обзор, оставлю его в описании, мне они не понравились. А в этом году вот мы остановились на вот такой вот фирме «Алиса Лайн». Вот они в такой коробочке. Это делает Украина. Что меня у них подкупило? Во-первых, мне их рекомендовала подруга. Во-вторых, они... Сейчас я тебе помогу, Алик, подожди. Во-вторых, они waterproof, потому что Тимур очень любит бегать по лужам. И в-третьих, у них очень хорошая цена. Мне понравилось качество, как они сделаны. Сейчас я вам покажу поближе, как он выглядит. Значит, здесь такая литая подошва, потом такой вот водоотталкивающий материал. Еще такой толстенький материал, расстегивается здесь на замочке, это модель Аляска, расширяется, и здесь внутри очень-очень толстый мех, овчина. И они такие, ну вот, я, если сравнить с прошлогодними, то гораздо здесь толще слой меха. В общем, Тимур сейчас продемонстрирует их на себе, он уже в них по дому активно ходит. Так, давай. Давай вторую ножку. Одевать их очень удобно. Так что эта модель мне очень-очень понравилась. Я сам покажу их на Тимуре. Извините за разбросанные игрушки. Не было времени это все собирать. Вот так вот это выглядит на ребенке. Как видите, они такие, как снегоходы. Я не знаю, как их назвать. Выглядит, по-моему, очень прикольно. Кстати, не сказала самое главное. Стоят они... 499 гривен. Это очень хорошая цена, потому что минимально я их видела за 650 на розетке. Так что, кто хочет классные ботинки, быстренько идите в «Территорию минимальных цен». Там сейчас много размеров и много моделей. Сейчас, как только стукнут холода, быстро все туда побегут, разбирают все размеры. Мы, кстати, Тимура уже берем вот на 2 года. 24-25 у нас размер. Так что, очень классные. Рекомендую. Присмотритесь к вот этой вот фирме «Алиса Лайн». Они гораздо лучше по качеству, чем «Демары». Но они очень, кстати, похожи, особенно некоторые модели. И коробочка у них стильная. Ну и, конечно же, я сделаю на них отзыв в конце сезона, как они нам прослужили. Вот написано, кстати, до минус 25 градусов они. Вот цена. Так что бегите, кому надо детская обувь.